Более полувека РМАТ готовит настоящих профессионалов, специалистов в самых разных сферах. Сегодня в здании Академии собрались 362 выпускника, чтобы получить свою путевку в жизнь. Поздравляли ребят с этим знаменательным событием представители администрации и депутатского корпуса. Поэтому я вам желаю удачи, успехов, поздравляю. Вы молодцы. В Академии открыто множество направлений – туризм, юриспруденция, менеджмент, графический дизайн, таможенное дело и другие. Химкинские школьники могут начать профессиональное обучение как после 9, так и после 11 классов. Возможности получить образование для химкинских выпускников здесь просто огромные. И самое главное, что это находится у нас на территории, не надо никуда ездить. Поздравляем выпускников с этим знаменательным событием, желаем всего самого хорошего. Дипломы получили выпускники колледжа, а также студенты бакалавриата. Все с теплотой вспоминают вот-вот ушедшие студенты. Годы и благодаря своих преподавателей. Хотелось бы пару слов сказать педагогическому составу РМАТ. Это невероятные люди, это не только педагоги, это еще и друзья. Если тебе нужно будет в любое время дня и ночи при написании диплома, они тебе помогут, скажут какие-то слова напутственные и всегда поддержат. Со словами напутствия к молодым специалистам обратилась начальник управления по образованию городского округа Химки Ирина Болгова. У нас почти 25 тысяч средних и малых предприятий на территории городского округа и 4 крупных, да, предприятия. Мы все ждем вас к нам. Ирина Владимировна подчеркнула, в Химках сильная система образования. Это 133 школы и детских сада, 7 среднеспециальных и высших учебных заведений. В них под руководством грамотных педагогов воспитываются более 58 тысяч юных химчан.